Друзья, всем привет! С вами Роман Балачин. Хочу сразу всех поздравить с Новым годом 2024. Пожелаю всем удачи, успехов и всего самого-самого лучшего, как говорится, в звукозаписи, в работе и вообще во всех делах. Конечно же, здоровья. Всем мир. Значит, сегодня хочу снять видео про плагин, который, в общем-то, уже давно на рынке существует, но совершенно недавно вышло его обновление. Вторая версия. И называется этот плагин Real Phones. Часто люди задаются вопросом, можно ли сводить музыку через наушники. Некоторое время назад это стало совершенно реальным, возможным. И даже набирает обороты, в общем-то. Для того, чтобы сводить качественную музыку, нам нужна хорошая комната, звукоизолированная. То есть, чем вот отличаются профессиональные студии от домашних, как раз у них огромная часть бюджета уходит именно на звукоизоляцию. То есть помимо того, что оборудование дорогое, да, самое важное в студии — это, конечно, ее звук. Как бы вы там ни крутили у себя дома этот звук, будет очень сложно найти какие-то правильные балансы, потому что вот эти все волны стоячие, резонансы там и так далее, все это будет всегда вам мешать. Если у вас есть, конечно, возможность постоянно где-то по-быстрому чекать свой звук, то есть на большой аппаратуре в клубе, в машине, на маленьких колонках, то, возможно, еще получится что-то нарулить. У меня был такой опыт с одним треком. Я просто каждый вечер приходил в клуб, включал его и слушал: о, хэта много, надо прибрать, о, надо вот здесь басы. Но это как бы такой долгий путь. Поэтому всем рекомендую зайти на сайт Real Phones, скачать пробную версию. Они дают бесплатный период на 45 дней. Этого достаточно для того, чтобы ознакомиться. И можно в интернете найти кучу промокодов, по которым можно купить этот плагин за 50%. Ну или с какими-то большими скидками. Значит, в чем его особенность? Я его приобрел в прошлом году. И это была версия 1.8. Сейчас я вам его открою и покажу. Вот такой вот зверь. Значит, у него очень много всевозможных функций, снэпшотов там и так далее, простые версии с дополнительными возможностями. Видите, тут можно уже регулировать все, пресет микс, и в нем всевозможные уже предустановки: нормал, фон, наушники, да, и вот они здесь меняются. Но это вот как раз старая версия плагина. Сейчас я на Easy Mode переключусь. Клуб. Вот очень много людям, которые пишут там электронную, допустим, музыку, да. Им будет очень интересно послушать свои миксы именно в пространстве клуба. То есть чистый, полный зал и пустой зал. Здесь можно очень здорово проверять низкие частоты, то есть если у вас что-то внизу там конфликтует или неправильно сведены балансы какие-то, то здесь будет у вас уже полная каша. Ну, плюс любителям послушать музыку в машине тоже вот такие варианты: автомобильный, грязный автомобиль, обычный, чистая машина. Давайте я вам сейчас покажу новую версию плагина. Вот видите, вот то, что здесь написано 1.8, это все пресеты и даже внешний вид из старого плагина. Я поставил, обновил новую тему, и он сразу мне как бы хопа и поменялся. Значит, для примера, вот музыкальная студия 1. Как это все вообще звучит без этого плагина? Вот давайте послушаем, что он вообще привносит. И вот его включаем. Сначала режет как бы, да, слух, такая перемена. Но на самом деле это очень-очень помогает в сведении. Значит, еще обратите внимание, здесь у нас профили наушников выставляются. По умолчанию поставляется с ним два профиля, вот такие: студийные закрытые, студийные открытые наушники. Вот Beyerdynamics, который у меня
Это уже я дополнительно скачал тоже за отдельную плату тоже. Но еще раз повторюсь, оно все это того стоит. Значит, студия 1 Мосфильма. Я даже был как-то на ней, какое-то время работал, ну, записывал там свою музыку тоже. Давайте послушаем сейчас, допустим, без коррекции наушников. И вот я включаю. Такая интересная тема. И теперь смотрите, здесь у нас есть ближнее поле динамики, среднее и дальнее. Вот давайте все их три сравним, послушаем. Это ближнее. Переключаем на среднее поле. И на дальнее. Просто огонь. И давайте я вам еще покажу, что здесь есть. Значит, начнем издалека. Прям просто пролистаю. Какой-то расслабленное, типа, прослушивание, релакс. Я надеюсь, вам слышно, как это все меняется. Давайте «Ночной клуб» послушаем. Опять же машина. Телефончики наши любимые. Очень многие слушают музыку через телефоны. Вот разные модели, да? Лэптопы 13 Pro. Даже Bluetooth колоночки вот эти. Телевизоры наши. Ну и в общем-то там огромное количество пресетов, комнат, как вы видите. Все это очень круто звучит и, конечно же, поможет вам в вашей работе. То есть, естественно, что у нас нет возможности приобретать там себе какие-то комнаты нереальные. Ну, чем больше комната, тем лучше. И говорят, что нужно там звукоизоляцию делать чуть ли не по полметра. Я здесь вот себе, например, сделал в комнате, но этого хватает только для того, чтобы там такие совсем уж отражения заглушить, вот. Но, может быть, можно еще как голос записывать. Друзья, надеюсь, вам это видео было полезно. Еще раз говорю, скачивайте себе этот плагин. Пробная версия 45 дней. Вам точно это пригодится, точно зайдет. И ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока.